Приветствую всех на канале «Все про тачки». По улице Московской еду, вот город Новочеркасск. Смотрите, эта машина, я не знаю, дезинфекционная или что она, или уборочная. Но вот объясните мне, зачем так ехать и слепить? Вот для какой цели сейчас сзади эта лампа горит? Смотрите, ну вот у него аварийка, я понимаю, он едет медленно. Но вот зачем вот этот прожектор? Вот я вам скажу, я дорогу сейчас еле вижу. То есть он с такой силой слепит, и хорошо, здесь его можно справа обойти. А вот по Платовскому там вообще без вариантов, и по другим узким улицам. Не спорю, может, я что-то недопонимаю, может, это по правилам нужно, или по технике безопасности, но мешает движению очень сильно. Ну, пишите в комментариях, кто-то, может, знает то, что мне неизвестно. Все, до свидания.